Всем привет, ребята, меня зовут Кент АПК. И сегодня, ребята, ваш Кентуха хотел бы вам показать очень крутую, очень классную и очень необычную пасхалку. Да что ты, черт побери, такое несешь? Ребята, кто обожает пасхалки, кто считает, что пасхалки это топ, прямо сейчас поставьте мне лайк и подпишитесь на мой канал. Вот все любители пасхалок, ребят, пожалуйста, поставьте лайк и, пожалуйста, подпишитесь на мой канал. И напишите в комментариях хэштег «Хочу пасхалки», и тогда, ребята, ваш Кент АПК будет снимать гораздо больше и гораздо чаще разные крутые пасхалки в игре Block Strike. Ну что же, поехали! Мы все знаем, что Майнкрафт — это жизнь. Сильное заявление. Поэтому, ребята, сегодня у нас будет пасхалочка на карте Майнкрафт V2.0.0. Ребят, кто знает, что Майнкрафт — это жизнь, ставьте, пожалуйста, плюсик снизу в комментариях. Ну что же, ребята, для нашей пасхалочки нам необходимо забраться вот сюда, это база красных. Дальше мы, ребята, идем в самый угол, и мы видим, черт возьми, вот это вот отверстие. Мы, ребята, в него прыгаем, и вы только посмотрите, мы залезли под карту. Это элементарно. Очень прикольная, очень крутая и очень... стоящая пасхалка, ребят, можно пошутить над вашими друзьями. Можно, например, сказать, пацаны, погнали играть на карте Майнкрафт V2.0, а потом залезть сюда и тупо запрятаться. Так что, ребят, пожалуйста, поставьте лайк за эту пасхалочку, потому что я старался. Как по мне, нычка очень прикольная. Я не, вообще не знал, пока мой подписчик, мы играли на этой карте, пока он на нее взял и не залез. Так что, ребят, обязательно поставьте лайк, напишите в комментариях, вы знали этой пасхалочки или нет, потому что, как по мне, это очень прикольно, можно развести всех своих друзей, и очень круто. Ну что же, с вами был я, ваш Кент АПК, всем удачи, всем хорошего настроения, и всем-всем, ребята, пока. Пока-пока!